исходить из того, что реформа пенсионного законодательства назрела, нам необходимо эту тему обсуждать, потому что никого не устраивает низкий уровень пенсии. Все прекрасно понимают, что пенсионная система не сбалансирована. Бюджет каждый год огромные средства перечисляет в пенсионный фонд. Поэтому нам этот вопрос необходимо вынести на обсуждение и однозначно искать решение. Решение вопроса повышения пенсии, решение вопроса сбалансированности пенсионного фонда. Это делают все страны. Нам необходимо также идти по этому пути. Если только мы найдем решение повышения уровня пенсии, то вы понимаете, наши пенсионеры, выходя на пенсию, будут жить и достойно, и, что самое главное, здесь вот мы увидели, вести активный образ жизни. Сегодня средний уровень пенсии составляет где-то порядка около 14 тысяч рублей. Наша задача уже в ближайшие годы довести его свыше 20 тысяч рублей. А для этого необходимо, безусловно, принимать решения, которые позволят нам это сделать. Вот исходя из этого, мы будем обсуждать этот вопрос.